Нидерланды отмечают в четверг 50-летие короля Вильяма Александра. Одетые в оранжевые голландцы устраивают вечеринки, праздничные барахолки и уличные застолья по всей стране. Монарх провел этот день со своей семьей в городе Тилбурге, на улицах которого выстроились поклонники Вильяма Александра, чтобы хоть мельком увидеть короля, его жену Максиму и их трех дочерей. Народные гуляния на монарший день рождения – традиция в Нидерландах.